доброе утро. Сейчас будем собирать малину. Вот какая она у меня. Осенняя малина. 17 сентября. Делаем ставки. Сколько же я соберу-то, а? Это же такая красота. Обалдеть. Щенята с утра пораньше, вот такие вот, лежат здесь все 7 штук, проснулись, глазки открыли, уже кусают друг друга, о как получается, да? Где этот олень? Пятнистый олень, покажись, мамка щенят, вот такая вот. И погода у нас замечательная сегодня опять. Это ж каждый день замечательная погода. То такая, то дождик идет. Тишина, ветерок, все как надо. Канны цветут. Еще вот одна канна распустится, скорее всего. Роза тоже цветет. А вот и розы кустовые. А вот простые розы тоже еще в цвету. Да, нормально тут. Еще розы будут. Ну, по крайней мере, недельку еще поцветут эти розы. Вот собаки. На трактор, наверное, кричат. Трактор там ямка работает. Вот такие розы. Гладиолусы белые сейчас цветут. Ничего их не поело, нормально. Крокусы осенние. Космея уже больше не цветет, но хотя она еще зацветет. Вот еще есть цветочек, который должен зацвести. Но эти желтенькие продолжают тоже цвести. Еще желтенькие. Флокс цветет. Сейчас пойдем мартынь-розу смотреть. Вот мартынь-роза. Вот такая вот есть у меня такой сорт. У меня было 3, сейчас осталось 2 сорта. Вот такая мартынь-роза. Но она вот-вот и зацветет вся полностью. Лапчатка в этом году порадовала. Ну прям вся цвела. Вся была в цветках. Это уже как бы утухшиеся цветки. Но лапчатка, конечно, этот куст и там у меня куст есть еще тоже. Просто вот прирослась хорошо уже, наверное, после пересадки. Ну вот сколько она болела? Ну лет 5, наверное, болела эта лапчатка. И та тоже, там же кусочек был оторван от этой лапчатки. Да, в этом году отлично. Лапчатка пошла, переболела. А вот Оксик тоже перенесла своих котят. Вот они теперь там спрятались все. Ну, потому что котята не могут забираться пока на кровать. С кровати спрыгивают, а забираться не могут. Теперь все котята здесь спрятаны, в полочках нижних, под кроватью. Вот малина немножко собирается, тут уже 3 литра в этих 10 баночках. Как она смотрится, сейчас откроем. Попробуем открыть, сейчас. Вот так смотрится. Красота! Папа Саша лежит. Отдыхает, наелся. Пятнистый олень косточку грызет. Ну как тебе косточка? Вкусная, да? Ой, какая вкусная, даже прячет от меня.
Пойдем посмотрим, как там мои грибы в лесу. Рядом с домом это грибы. Ой, мухоморы прямо отсюда видно. Да. В прошлом году тоже было много мухоморов. Ну и вот подосиночки начали расти. Вот мухоморы, ну вообще, ну это красота же. Вот как раз такие собирают, наверное, сушат. Вот, вот. Тут еще мухоморчики. Эти плоские какие-то уже. Они, наверное, уже все выросли свое. Вот еще мухоморчик. Ну и что? Тут тоже есть с коричневой шляпкой подосиновичек. Это уже не первый. Это уже не первый, да. Ну, в этом году, ну, наверное, штук 7 было. В этом березовом лесу. Там вот дальше были. И тут вот, ну, свинушки постоянно. Тут вот бывают. Вот они, свинушки. Они как бы первые начали расти здесь. В итоге получилось 10 литров малины. Тут 6, тут литр и тут 3. Вот такая малинка красивая. Вау! Сегодня Оксик у нас уезжает домой с котятами. Ну, все-таки уже 35 дней. Дней пора уже. Вот я приготовил ящичек. Поэтому она в таком ящике с котятами. Ну, он такой большой ящик. Места хватит. Правда, 3 часа ехать. Ну, это ерунда. Это все на сегодня. Пока вечером выйду на связь уже с квартиры. Покажу, как котик будет расселяться в квартире. Это все. Пока.